А вот Куклачев у меня был, и он говорит, что вообще все вот эти разговоры и публикации о том, что с животными негуманно работать в цирке, это как бы, ну, условно говоря, заказ, условно говоря... Борьба за рынок. Да. Я тоже так считаю. Да? Я тоже так считаю. Знаете, вот удивительный фактор. Я сейчас был в Мексике, так. Отдыхал. А, не на гастролях? Нет, не на гастролях, так, просто вот был в Мексике. Вот я отдыхаю в был в двух дельфинариях. Был в двух дельфинариях. Так. Дельфины как такси работают. С берега на берег людей перевозят, перекатывают. Угу. На животе, на спине, стоя на дельфине. Ага. В ноги тебя буксируют. Угу. Буквально неделю назад мексиканский парламент принял запрет о использовании животных в цирке. Так. А дельфинарии можно. Странно. В Индии дельфинов приравняли вообще к вот. Разумным существам. Вот. И складываю. И у меня тут же первый вопрос. Скажите, пожалуйста, если вы закрываете цирк, потому что используются животные, почему вы тогда не закрываете вообще все? Служебное собаководство, коневодство, дельфинарии, все ветучреждения, все равно все тестируются препараты на животных сначала, прежде чем идут к человеку. Ну, уже не говоря о том, в каких условиях на фермах содержат да. тех животных, которые на забой готовят. Скотоводство, животноводство, там, куры те же яйца несут. Угу. И я вот понимаю, насколько цинично люди относятся к цирку, mm-hmm. что цирк это плохо, а все остальное можно. И я тут же понимаю, что ближайший сосед это Канада, Соединенные Штаты, это цирк, который чистит под себя рынок на уровне парламента, проплачивают вот и все. То есть это не борьба с использованием животных, это чистой воды борьба за рынок. Вот и все. Бизнес. Я по-другому это даже объяснить не могу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».